Порушення порядку реєстрації юридичної особи може призвести до того, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в результаті буде просто ліквідовано. Такий випадок трапився з одним із миколаївських ОСББ. Тепер же мешканці намагаються виправити ситуацію через суд. Позов заявлено до голови ОСББ «Жилєць-Юг» Владислава Баїна. І позов не перший. Мешканці звинувачують його в підробці документів та неправомірних діях, що не дозволяє контролювати діяльність об'єднання. Председатель сфальсифицировал документы, которые были поданы на регистрацию, вследствие чего он незаконно стал председателем, что мы сегодня видели в суде, протокол его избрания от 10 числа 16 года, в котором его избрали председателем. Хотя я лично, как член правления, присутствовал на правлении нашего ОСББ, в котором мы его избирали. Сторона позивача ознайомилася з наданими документами, де й виявили ці протоколи. Суддя, запитавши, чи не буде у позивача відводу складу суду, розпочав засідання, яке майже одразу і закрив. Через заяву відповідача, який на те засідання не з'явився. Справа, що комісія був визнати справу відкласти, оскільки відповідно статті 169 Цивільного процесуального кодексу України в разі першої неявки відповідача, який просить про відкладення розгляду справи, але справа відкладається. На такий крок відповідача члени ОСББ «Жилєць-Юг» очікували. Він і раніше не йшов на контакт. Ответчик не воспользовался своим правом предоставить внятные возражения письменные. Вот. Видимо, у него нет четкой правовой позиции. Он злоупотребляет своими процессуальными правами и прислал заявление о том, что он болеет в этот момент. Я думаю, что в следующих заседаниях тенденция будет сохраняться, дело будет затягиваться. Наступне засідання суду відбудеться вже 7 листопада, а поки триватиме судова тяганина, є ризик, що будинки, які входять до складу ОСББ «Юг», будуть знову передані в управління відповідного ЖЕКу. Але такого сценарію люди вкрай не бажають. Як убезпечити себе від подібних ситуацій та якою має бути процедура реєстрації, дізнаємося у студії програми «Новий день». Отож, питання стоять уже гостро, і на ці питання відповість сьогоднішній наш ранковий гість. Ярослав Захаренко сьогодні в нас в студії, експерт зі створення ОСББ. Вітаю вас, дякую, що зранку ви з нами. І так, по поводу ОСББ. Це дійсно велика проблема, тому що в Миколаєві вже не перший місяць здаються ОСББ, деякі вже діють. І виникли деякі проблеми. От одне з ОСББ ми зараз побачили, у них вже проблема, виходить, вже навіть до суду довели. Діло в тому, що проблема не в самому ОСББ, а в тому, що, ну я не можу сказати по-русски, шахраї. Пользуясь своими умениями, реализуют свои выгоды как в одном направлении, так и в другом, третьем. А в данном случае по этому ОСББ было фиктивно предоставлены документы для его создания. Согласно тому, что предоставлено было суду, люди приносили мне, обращаясь, показали свою беду, их ситуацию, которая случилась. Там действительно произошел подлог документов, какие будут последствия этих действий, покажет решение суда, и там самый главный момент, чтобы люди получили то, что они хотят. Потому что создать ОСББ несложно, особенно если люди пойдут, получат консультацию, скажем, или центр поддержки ОСББ при департаменте. Такие же центры есть при разных общественных организациях, я возглавляю центр поддержки ОСББ при нашей партии. Поэтому, в принципе, есть места, где можно получить поддержку, консультацию. И просто пройти, можно сказать, за руку возьмем, проведем от начала до конца. А эти ситуации, которые вот возникают, это не единственные случаи в городе. Я думаю, к сожалению, наверное, даже не два. Поэтому они будут возникать. Людям необходимо понимать, как защищать свои права. Тут они без юридической помощи адвоката не смогут уже выйти. В любом случае, по крайней мере,
что им делать первым, что вторым, они могут всегда получить информацию в центрах поддержки Озбук. Давайте, наверное, мы и сделаем так, сделаем небольшой, скажем так, экскурс вот сейчас в режиме онлайн, что, как, зачем можно сделать, как оформлять эти документы. Оформляются документы, изначально создается инициативная группа. То есть это жильцы берем, да, жильцы дома, например? Минимум три человека, которые живут в доме, но не просто живут, а имеют право властности. То есть у них есть документ о владении хотя бы долевом квартиры, а из этих трех человек составляется инициативная группа. Далее они имеют полномочия на получение информации о жильцах всех, всех собственников дому. Они потом после этого делают извещение всех и назначают дату проведения установочных сборов. Вот этих первого собрания. Далее они всех письменно извещают не меньше, чем за две недели о том, что оно состоится. Тех, кто, кого они не нашли или кто отказывается брать, тех они уведомляют с помощью заказных писем. После этого состоится собрание. На собрании они начинают порядок свой, рассмотрение документов ведут. Не обязательно все должны туда прийти. После этого инициативная группа обходит всех оставшихся жильцов и так называемыми вопросными листами собирает их мнение, собирает эти все пачку, пакет документов и устанавливает, получилось у них создать ОЗВБ или не получилось, это необходимо будет в следующий раз сделать. То есть, по сути, самое главное выдержать, я так понимаю, этот первый момент, потому что нужно... Это требование закона. Соответственно, если кто-то из тех, кто против ОСББ, будет знать, что не выдержана эта норма, он пойдет в суд, можем посмотреть, как суд поступит, он может просто аннулировать регистрацию этого ОСББ. А после этого, когда все жильцы сказали «да», все, мы согласны, создаем ОСББ, что дальше делать? Создается ОСББ, люди делегируют право одному человеку отнести эти документы на регистрацию. Этого человека нужно как-то тоже официально на собрании с протоколом избрать? В протоколе один из пунктов – это именно вот делегирование права человеку отнести и зарегистрировать. Это может быть не обязательно тот, кого выбрали главой. А где мы регистрируем? Регистрируем у нас Адмиральская 20, Державный регистратор. Туда относится пакет документов, там происходит их проверка и регистрация в ответ. По поводу пакета документов, что туда? Я такой дотошный. Что по поводу пакета документов? Я боюсь, что не влезет в ваш эфир полностью подготовка документов. Однако я могу их увидеть. Их можно... в принципе, туда входит статут, который утверждается на самом собрании, протокол собрания и листы опросные, которые идут вдобавок к этому протоколу. Все. Вот и весь пакет. А по поводу, смотрите, вот этих документов, да, там статут и так далее, есть какие-то типичные документы, которые можно скачать просто в интернете и под себя уже сделать? Есть. Согласно наших законов про особливости в действительное право власти в богатых квартирных будинках, это один закон, и есть у нас второй закон, это про объединенные спивласники в будинке. Значит, согласно этим законам, есть утвержденная форма протокола, как необходимо проводить вот это вот собрание, и в этой форме описано, что должно вноситься. Согласно вот этой ситуации, где возникла потеря Жилец-юг, да. Значит, там возникло то, что людей ходили и собирали опросные листы, обычные. Вы за создание ОСББ или против? Люди в обычной форме опроса ставили свои подписи и говорили там за, против. При этом эти листы потом были использованы как протоколы уже самих собраний. То есть под избрание уже этого. Однако, согласно закону, форма протокола, она достаточно есть, типовая форма, в которой содержится информация про право властности, про площадь, насколько у меня право властности на всю квартиру, на часть. Этого в тех документах нет и подавно, то есть там 100% подлог. Там в этих же документах заявляется... ведущий собрание человек, перед тем, как проверить ваш документ на право властности, он проверяет, а вы ли это. Понятно, вы принесете свидетельство купли-продажи, а нужно еще понять, вы ли купили эту квартиру, или это вы у кого-то взяли. То проверяется, идентифицируется сам человек, его право властности, и только после этого он имеет право принять голосование в управлении домом. Также там происходит у нас типовая форма у статута есть.
принципе, вот и все, но в свободном доступе есть, либо можно обратиться к вам, да? Да. Вот эти, скажем так, люди, которые проведут за руку, где их можно найти? В принципе, можете даже записать мой телефон. Я по телефону оказываю консультации, угу. Плюс в офисе. Также. Тогда давайте мы назовем николаевцам телефон несколько раз. Да, да. Пожалуйста, 050-394-1717. Еще потом повторим уже к финале нашего разговора. Если кто-то не записал, может, побежал за ручки быстро. А по поводу, смотрите, документов. Вот вчера буквально я зашел на сайт, оказывается, это не один дом объединен, жилец юг именно. А если случаются такие ситуации, когда вот приходят и говорят, да, не жильцы дома, инициативная группа, да, что вот давайте создадим ОСББ. Как здесь быть, как проверять, люди честны на руку, нет? Вот, например, как жилец юг, какая их в этом выгода? Какая их выгода в этом? Честно говоря, это должны факты установить суд. Угу. Я не могу из документов утверждать про их намерение или наоборот отсутствие их. А в любом случае проводить собрание, приглашать людей на собрание, такие имеют только спиввластники право. Если человек вообще находится из другого дома, он не имеет права этим заниматься. И есть право у консультантов помогать. То есть, допустим, вы собрали инициативную группу, говорит, пригласили меня, говорит, помогите нам провести это собрание, как, что, я вам покажу, расскажу, даже могу прийти на собрание, консультировать там на месте. Тем не менее, это не мое право, это можете делать только вы. В случае, если пришли люди откуда-то, собирают людей, говорят, мы вас собрали, мы проведем собрание. То есть вы уже должны понимать, первое, это уже неправомочно. Или спросить людей, а вы собственники какой-то из этих квартир? Если нет, вы уже должны заподозрить что-то. Дальше, если происходит создание ОСББ из нескольких домов, которые не объединены общими коммуникациями, это типа отопление, вода, канализация и другое, или это дома не в одном дворе. Если в этом случае там как раз они разнесены достаточно хорошо, закон не предусматривает такой возможности создания в одном ОСББ. Мы крайне настойчиво рекомендуем создавать один дом, один ОСББ. Хотите быть вместе? Не вопрос. Создается ассоциация, вместе управляетесь хоть всем районом. Однако внутри одного ОСББ, если будет несколько домов, есть такая штука, потом, после создания его, все жильцы всех домов – это одно большое собрание. И если вы хотите установить тариф на обслуживание, или как он называется, там уже в ОСББ не тариф, он называется внески співвласників на утримання будинку, тогда они у вас будут едины для всех пяти. А дома в разных технических состояниях. Если у вас поломается лифт или там что-то в доме, необходима крыша, необходим будет аварийный ремонт, деньги всего ОСББ, они общие, и они будут идти на конкретно на ремонт этого дома или того, или другого. Начнутся конфликты, люди скажут, почему мы делаем, финансируем ремонт и другому дому. Поэтому лучше, чтобы деньги были, каждый платит за себя, а управляется вместе. Децентрализацию давай. Да, даешь вот такую небольшую децентрализацию, в этом случае интересы всех сохраняются, никто за счет никого не живет, не паразитирует, скажем даже так, своими словами. По поводу некоторых домов, вот дальше у нас будет продолжаться рубрика в каждую среду, и один из домов, например, получил по государственной системе, по городской системе ремонт крыши. Это тоже реально, да? И если вот, например, такой момент, когда у нас несколько домов входят в эту ассоциацию, то есть в одно ОСББ. А как быть с этим ремонтом? Будет ремонтироваться только один дом или все? Ассоциация – это форма управления. В этом случае они не меняют свою форму, они остаются ОСББ. Их остается столько же, сколько и было. И каждый ОСББ каждый из них имеет право подать заявку на софинансирование. При этом это как вот свой ЖЭК для ОСББ. То есть в лучшем его ЖЭК здорового человека. Поэтому это не зависит от того, чем управляется ОСББ, его право не ограничивается в связи с этим. Поэтому все остаются в тех же правах.
Ну что ж, я думаю, что на сегодня на ответы «как», «что» и «где» мы ответили. Дальше каждую среду следите за нашими эфирами, будете узнавать последующую информацию с яркими примерами городских ОСББ. А я нагадую еще раз, что у нас сегодня в гостях был Ярослав Захаренко, эксперт со стороны ОСББ, и мы можем для вас, кто уже добег за ручкой и листочком, продиктовать еще раз номер для того, чтобы отримати консультацію вже віч-навіч. 050-394-1717. Я дякую вам за те, що сьогодні залетали до нашої студії. Дякую вам.